На конкурс дети читают стихи. Сергей Виноградов, 16 лет. Поселок Излучинск, Нижневартовский район. Девушка и леший. Эдуард Асадов. На старой осине в глуши лесной жил леший, глазастый и волосатый. Для лешего был он еще молодой, лет 300 и больше, совсем не злой, задумчивый, тихий и неженатый. Однажды у черных болот увидел он девушку над ручьем, красивую, с полной грибной корзиной, в ярком полотенце городском. Видать, заблудилась, стоит и плачет, и лишь вдруг словно затосковал. Ну как ее выручить? Вот задача. Он спрыгнул с сучка и, уже не прячась, склонился пред девушкой и сказал: «Не плачь, ты меня красотою смутила, ты радость, и я тебе помогу». Девушка вздрогнула, отскочила, но вслушалась в речи и вдруг решила: «Ладно, успею еще, убегу». А тот протянул ей в косматых лапах букет из фиалок и хризантем. И так был чудесен их свежий запах, что страх у девчонки пропал совсем. Свидания у девушки в жизни были, но если по-честному говорить, то, в общем, ей редко цветы дарили и радости мало преподносили, больше надеялись получить. А леший промолвил: «Таких обаятельных глаз я нигде еще не встречал». И дальше, смутив уже окончательно, тихо ей руку поцеловал. Из мха и соломки он сплел ей шляпу, был вежлив, приветливо улыбался, и хоть и не руки имел, а лапы, но даже облапить и не пытался. Донес ей грибы через лес провожая, в трудных местах впереди идя, каждую веточку огибая, каждую ямочку обходя. Прощаясь у вырубки обгоревшей, он грустно потупился, пряча вздох. А та вдруг промолвила: «Леший, пожалуй, не так уж и плох». И пряча смущение в букет, она вдруг промолвила на ходу: «Мне этот лес, знаете, очень нравится. Я завтра, наверное, опять приду». Мужчины, встревожьтесь, но кто ж не знает, что женщина с нежной своей душой 100 000 грехов напростит порой. Простит, может, даже ночной разбой. Но вот невнимание не прощает.